Самоуправление Даугавпилса реализует программу повышения энергоэффективности многоквартирных жилых домов, в рамках которой ежегодно приводятся в порядок и утепляются многие здания. Наряду с ней существует и государственная программа, благодаря которой софинансирование на проведение мероприятий по улучшению энергоэффективности можно получить от финансовой институции развития Алтум. Такой проект в прошлом году завершился в доме на улице Номитню 66. Объект получил грант от Алтум в размере 50% и в настоящее время согласовываются некоторые нюансы по реализации проекта и получению софинансирования. В ходе проекта дом был полностью утеплен, заменены входные двери, реконструированы системы отопления, вентиляции и водоснабжения, приведен в порядок фасад. Специалисты по ЖКХ отмечают, что это один из самых успешных проектов такого типа, реализованных в нашем городе. Показатели энергосбережения превысили планируемые отметки, и дом не только приобрел более привлекательный внешний вид, но и имеет самые низкие счета за отопление. Данный дом на сегодняшний день из всех реновированных домов находится на первом месте. Он по отоплению самый дешевый в городе, да, и, ну, если мы сравниваем с теми же домами, которые тоже произвели полную реновацию, то, беря во внимание, что он еще находится, как вы видите, на открытом пространстве, обдувается ветрами со всех сторон, и при этом самое дешевое отопление именно у них, а не в центре города, те дома, которые тоже были на реновации. И по показателям у них самые лучшие. Цель реновации полностью достигнута и даже превосходит наши ожидания. Работы по утеплению и реконструкции начались в 2019 году и должны были завершиться к декабрю того же года. Но по ряду объективных причин, а также для устранения некоторых неполадок, выявленных Департаментом городского планирования и строительства, сроки были продлены, после чего объект был успешно сдан в эксплуатацию в 2020 году. Между тем продолжается решение правовых вопросов и переписка с Алтум о нюансах получения гранта. Некоторое время назад от финансовой институции было получено письмо с просьбой разъяснить причины, по которым работы на объекте были продлены. Поэтому сейчас по ЖКХ готовят для подачи всю необходимую документацию. Работы на данном объекте сданы в августе прошлого года. Их приняли все необходимые организации. Единственный вопрос, сейчас у нас идет небольшая переписка с Алтумом о присвоении гранта. Грант нам выделен. Все необходимые объяснения и бумаги со стороны Алтума, которые они запрашивают, мы со своей стороны предоставляем. Все изменения, какие-то корректировки по отношению к строительству данного дома со стороны ДЗКСУ и также фирмы, которая выполняла эти работы, были предоставлены и согласованы с Алтумом. Мы всю информацию им предоставляли, своевременно оповещали, никаких либо, значит, отрицаний, либо непринятия наших документов со стороны Алтум на тот момент не было. Но сейчас, да, они просят некоторые корректировки, объяснения, мы им все даем. Возник вопрос по поводу того, что есть беспокойство того, что жителям будет, возможно, уменьшен грант. Хочется сказать, что это преждевременные выводы, да, результатов еще пока никаких нет. В любом случае, если что-то будет меняться по отношению к оплате, мы будем со своей стороны и бороться, и стараться, значит, получить ту сумму, которую нам было присвоено Алтумом. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.